Раз. Два. Да иди. Эвку! Я летаю на бите! Всем привет, ребята! С вами Гринк Отбой, и сегодня я продолжаю играть в игру «Ночь в лесу» про киску Мэй, которая отправилась в неожиданные интересные и прикольные приключения. И для начала, ребят, надо сказать, на чем я там остановилась. Я играл на другом за компьютере, на ноутбуке. И это я уже на другой. Мне пришлось перепроходить игру заново. Но я заметила, что к этой крокодилике, мне кажется, что-то с ней не так. Вот как-то мне не нравится, что она со мной так жестко разговаривает. Больше я парю как бабочка. Я в каком-то мире астрала. В каком-то мире астрала. А ломать как? А, вот, на F. На F я могу замахиваться. Это, походу, мир, где я умею прыгать, бегать и летать. У меня даже лицо, он все светит. Здесь у меня краса не красная, а розовая уже. Почему я не могу запрыгнуть? Вот, как тут кирпичики какие-то есть. Блин. Может, можно было как-то сделать, а? Во, может, запрыгну. Нет, это, оказывается, опасная картинка. Ух ты, фонарик. Йорик! Хай! Странно, что с тобой, Мэйтест, будет прям ломать все вокруг, и я с тобой. Это моя задача, это я люблю. Блин, а я могу запрыгнуть на фундарке с помощью этого столба и там разбить все. Давайте попробуем. С разбегу! Блин, ни хрена. Блин, может тут лестницы какие-то есть? На, могу сбить автомобили эти стекла? Ух ты! Давай, еще! Ух, у меня могу разбивать стекла! Крутяк! На тебя! Ага, это не достану на твоем фунданке! На тебе! Киллесбург. О, давайте составим слово киллер. Типа, и здесь была убийца, и за солнце был деспот развития. СБ! Блин, а кто-то знает это слово СБ? Стой, я не помню. Давайте У. Ломаю! Она не достойна быть здесь! Киллерк! О, киберк! Киберк! Не тебе! Ты ломайся ты, а! Ломайся, стекло! Опускайся, я хочу сломать столб! Фига себе, на чем ты летаю? Блин, я этот столб не разбила. На тебе. Крутяк, я могу все ломать вокруг. О, господи, я такому вместять не могла. Давай сделаем то, чего не сделал никто. Будем разбрасывать мусор. Ой, летать могу. На тебе. Ух ты, она сама сможет. На тебе. Ломай столб. Крутяк. А дальше что? Может, там сидит босс, а то сломать его? Ломаю. Уга, я могу летать потом все. На тебе, проклятая урна! Господи, а дальше-то куда? Чё тут?
Может обратно я могу запрыгнуть? Да, можно. Уи. А обратно на фунданкес? Это тут забыла, там было тут вкуснуться. Нет? Это что за дичь была сейчас? Тут кто-то про меня. Это не я, ребят. Явно не я. Ха! Ни один фонарь не оставлю. Ни один фонарь не оставлю. Поломайте меня, фигся. Блин, ребят, у меня руки затекают, когда я так делаю. У меня лапы затекают. О, я могла даже птицу поубить. Она этого достойна. Давай, ломай. Блин, не смогла. Давайте еще раз. Эфку. Только я летать могу. Давайте еще раз. На Эфку. Ха, получилось. Есть. Крутяк, вот это мир, обоссаю такой мир, я бы в нем весь не все кусыла. Есть! Можно не можно разбить его? Фу, можно! Ну вот я сломала, давай-ка еще колеса поломаем. Твой, сломаем ее всю сломаем, Асэн. Не люблю я этот сон. Люблю сон, где я вся красу. Круто, я могу Асэну разбить? Вот это крутяк, давай-ка. Эх ты! Эх ты, смазына! Чё ты тут стоишь? Мне дорогу перегрызай! Я не дам тебе пройти здесь! Эх ты, Валера! Чё тачку свою поставил? Здесь был мой цветок! Здесь рос мой кактус! Получай! Я тебе говорил, что сломаю твою масло? Говорил, что смазал? А ты сказал, что я под этим? Я сказал, что я буду под бухлом. Ну хана тебе, на, получи, это свой колымагу, а ничуть не достанет. Получай свой колымагу, ты не получишь ни копейки! Круто, я с колёса сломал. Эту массу, оказывается, я так валян ненавижу. В смысле? Как я туда запрыгнул? Вы Москвой-то подумали? Круто! Раз. Два. Да иди! Эфку! Я летаю на бите! Нет! Упала все равно. Уи! Хорошо, какой хорошо! И ломаем столбу! Найти фонарный столб. Ай! Теперь высы в горы! В горы! Ой, господи, это что такое? Ты чё на меня показываешь? Ты в курсе, что показывать нехорошо? Найти скрити. Найти. А как тебе ломать-то, если ты не ломаешься у меня? Да я сломаю тебя, не волнуйся, птица. Да, сыпется на куски. Ой, блин! Она резко посмотрела на меня. Вставай, Мэй! Давай. Ломаем птицу! Эуч! Думаете, меня это остановит? Еху! Это Супермен! Давай! Ломай! Блин! Прямо на меня чуть не упало! Вставай, Мэй! Это Каратауса! Мы допрыгнем прямо до её роза! Давай розу разобьём! Луна какая-то красивая! Блин, ну не получается, так не получается. А, получается. Какой-то прыгнул высоко. Ну, видимо, начинать надо снизу.
Yes! Ха! Получилось! Радости, да, радости полные штаны. Эй, только темно. Часть вторая. Эх, у нас получилось, ребята! Это было круто! Откуда я знал, что надо было прыгать не там? Я думал, да, прыгнул. Серьезно, можно было проверить. Я реально бы там прыгнул. Ну что, ребята, и давайте вот на этой бодрой ноте я заканчиваю с вами. Итак, ребята, всем пока. С вами была Green Cat Play. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите бодрые комментарии, если хотите, чтобы я опять продолжал играть в Киску Мэй. Так, всех люблю, всех целую. Пока-пока-пока, мои голосочки.